председатель Новой Зеландии голосовала против проекта резолюции, представленного Российской Федерацией, ввиду того, что проект является отчасти уводящим в сторону из-за деструктивной роли России в конфликте, и потому что Россия не дала пространства для переговоров по тексту, по такому чувствительному вопросу, вопросу, где Россия является прямой стороной. Действие такого характера будет вести к углублению раздела в Совете, это препятствует конструктивным шагам. Как вы ранее отмечали, господин председатель, Новая Зеландия работала над некоторыми идеями для того, чтобы объединить Советы по этому предельно трудному вопросу. Но идеи мы по своему собственному решению решили не выдвигать, но я приглашаю Россию и всех членов Совета работать с нами в последующие шаги, чтобы навязчивый курс более позитивный направлении. Благодарю вас. Я благодарю представителя Новой Зеландии.